Чтобы вы не подумали, здесь не идет речь же о жизни и смерти. Эту скорую вызывают почти каждый день нашему соседу. Он очень большой человек, большой имеется в виду, по весу большой. И когда жена помогает ему встать с кровати, он у нее скатывается, и его никто не мог сдвинуть с места. Поэтому вызывается скорая помощь. Просто картина почти каждый день одна и та же. Вот он догадался сейчас отъехать и пропустить машины, которые стоят там уже, наверное, полчаса, не могут выехать. Он объезжает, чтобы объехать эту скорую помощь, потому что встали и стоят. Никто не может ни на работу уехать. Ужас, какие они неудобства создают. И по идее, так как это не экстренный вызов, они могли бы машину поставить где-нибудь в сторону. Но, как в порядке вещей, ставят ее прямо посередине, что никто не может ни заехать, ни выехать. И вот так многие люди опаздывают на работу. Я тоже решила быстро выбежать. Не знаю, почему они вот так ставят свою машину. Парковки, как вы видите, свободные. Почему они туда не ставят? Почему они ставят прямо посередине дороги? Я тоже пару раз уже на работу опаздывала. Так как они ставят машину куда попало, я тоже решила быстро выбежать, пока они напротив моего гаража не поставили, как в прошлый раз. И потом я на работу не могла выехать. И вот так рано приехала я на работу, очень рано. Теперь буду ждать и сидеть, пока все придут. Вот такая вот артистка я. Испугалась там застрять, зато здесь сижу. Уже птички поют. На работу как на праздник. Бегу, спешу, спотыкаюсь. Сказать никто не поверит. Заварю себе кофе. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Спасибо, что заглянули, и приятного вам просмотра. Душистый кофе, капучино. Вкусно. Я готовлю подарок для моей коллеги. Ну, это от всего коллектива. Но так как она в моей группе, должна его делать я. Так как она любит слонов и очень любит конфетти. И она уже всех достала своим конфетти. Поэтому я решила ей сделать подарок такой с конфетти. Ну, сначала вот обычную банку взяла. Туда слоника. Это тень будет. Приклеила. Сейчас буду сюда сыпать конфетти. Вас пистолет? Ah, okay. Ah, eine Katze bist du. Все, моя баночка для денег готова. Осталось приготовить коробочку. Моя коробочка готова. Так вот я ее сделала. Теперь мне пришла одна идея. Вот так сюда стакан я поставлю. Не стакан, как называется, баночку вот эту вот. И мне пришла идея, я буду сейчас все засыпать конфетти. Я все, как она будет радоваться. Она всех постоянно нервирует своим конфетти. Везде эти конфетти валяются. Поэтому я решила ее тоже разозлить чуть-чуть. Я представляю, как она будет радоваться. Все, я положила туда деньги. И здесь уже рассыпала. Теперь осталось насыпать конфетти. Буду держать коробочку. Получается, если она откроет, эффект будет, они все высыпятся. Все, моя коробочка готова. Теперь надо украсить ее вокруг. Так как она любит лисички, я сделаю из двух десяток. Вот такую вот лисичку, они будут украшать наш подарок. И пару конфеток. Все, можно закрывать. И от себя я тоже приготовила подарок. Вот такую вот диснеевскую пижамку. Так как она любит слонов, поэтому я решила ей вот такую пижамку взять. У нас в детском саду как-то все как дети, да? Ну, они-то и молодые, но все равно у них каждого есть любимое животное, и они очень любят, чтобы у них это животное везде было. На футболках, на брюках, везде. Короче, у нас детский сад в полном смысле слова. И
Вы не поверите, у моей коллеги мечта, чтобы для нее кто-то связал шерстяные носочки. Она говорит, я всю жизнь мечтаю, но никто не умеет вязать. И для меня никто еще не вязал, потому что это очень много работы. Я подумала, что мечты должны сбываться. И связала ей вот такие вот носочки. Это ее любимые цвета. Такие она любит темные цвета, бордовые, оранжевые. И поэтому я связала вот такие вот носочки. Надеюсь, что понравится. И я сделаю, наверное, маленькую приятность. А если ей будет приятно, то и мне будет приятно за то, что ей приятно. Все. И, конечно же, шоколадку, потому что шоколадка должна присутствовать везде. Вот, теперь будем заворачивать. Все, мой подарочек готов. Вот такую вот открытку я сделала тоже. Лисичку нарисовал, правда, еще не высохла, мокрая здесь еще краска. Так, сейчас надо внутри еще написать пожелание и подписаться. Ну, завтра коллеги тоже подпишутся. И вот я еще сделала вот такой подарок, это от меня, я завернула. И так как там пижама со слоном, поэтому сделала здесь такого слоника. И, конечно же, как же без конфетти. Я так думаю, что вся наша группа завтра будет в конфетти. Не страшно. Все, пойду я дарить подарки. Я попросила девочку, чтобы она мне помогла. Мы идем поздравлять. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Manu. Happy birthday to you. Kunstwerk. Natürlich. Почему ты все умеешь, говорит? Она говорит, что я их сама связала. Она плачет еще. Счастливая такая. Ich kann doch sowas alles nicht. Vielen, vielen Dank. Меня мой бывший коллега, все, наверное, знают, Зиги, пригласил на концерт. В концерте играет российская пианистка и будут произведения Рахманинова. Сначала надо заехать за ним, у него машины нет, он ездит на велосипеде. Потом сначала у нас полтора часа еще есть времени, зайдем в кафе «Экстраблат», там попьем кофе, просто даже. Там ему поговорить, он очень любит разговаривать. Ой, как он любит разговаривать. Это просто ни словами сказать, ни пером не описать, как говорится. Вот, ну, дам ему сегодня возможность выговориться. Так поздно и полно машин. А, was hast du gesagt? Ach so. Lass ihn einfach so stehen. Ich finde das mal so. Corona. Aber sammelst du nicht mehr, ne? Sammelst du nicht mehr? Doch. Ich feier. Nicht so große Runden gehe ich nicht. Habe ich im Moment ja keine Zeit. Aber immer wenn ich irgendwo was stehe oder liege, das nehme ich schon mit. In der Woche so 3, so 25 Dinger, die stehen und liegen überall rum. Wo so viele Menschen sammeln, so Sticker, große Sticker. Ich kenne diejenigen, die das gemacht haben. Das sind ein paar sehr nette, fitte Jungs aus Gelnhaupt. Die selber nicht sammelt. Aber denen geht es um den Rohstoff. Das ist mein Sigi. Это мой Sigi. Gut, gut. Das Einzige, was ein deutscher Kellner von Australien weiß, sind Kängurus. Das ist irgendwie peinlich, ne? Nein, nein. Der Mann ist extra gerade. Ist auch nicht. Мы пришли в центр, хотим зайти в кафе «Экстраблат». Aber die haben bestimmt auch Test, wie heißt das, Testzentrum hier, ne? Oder? Gute Frage. Ja, gucken wir. Смотрят, пропустят ли меня. Без плюса. Hier sind dreimal, weil ich hab da noch... Здесь пакет он достал, оттуда достал свой паспорт для прививок. Dankeschön. Was ist das, Sigi?
Was ist das? Kalur. Kalur. Kaffeelikör aus Mexiko. Ah, Kaffeelikör. Ah. Hab ich in Mexiko kennengelernt. Wegen Plätze, ah, deswegen hat sich gefragt. Ah. Dann hast du die richtige Ticket gekauft, ne? Woher soll ich wissen, wo heute Abend? Ja, ist in der Mitte bestimmt. Gucken wir. Ah, müssen wir auch in der Schlange, ne? Ja, natürlich. Okay. Ja, jetzt sind gerade die Bisse. Die Karten haben wir schon mal gemacht. Тут ленточку вот такую вот Ich laufe ungern mit dem Gesammel für die Hand rum, dann verliert man. Ich habe unten meinen Geburtstag auf dem großen. Ah, ja? Da bist du doch gekommen. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, права была. Только две прививки и плюса нету. Я не густат. Auf das Leben. Auf das Leben. Thank you.
Zeit. Ja, wir haben Zeit, ne? Alle gehen. Wir sind nicht in Eile. Und, hat sie dir gefallen? Ja, sehr. Ihm очень понравилось. Мне тоже. Nein, das war ein schönes Konzert, ne? Ganz schönes Konzert. Mhm, genau. Wir bauen gerade eine neue Tradition. Wir gehen jetzt öfter noch. Ja, genau. Immer muss man Russisch essen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Weil aus Dagestan wird keine Musiker. Wer weiß, kommen. Wer weiß. Ja, wer weiß. Ja. Ja, und dann saß ich in einem Wartezimmer rappelvoll und es wurde immer nur für das Wartezimmer Nummer 2 aufgerufen. Also war klar, da ist nur eine Ärztin. Die andere Ärztin und die anderen beiden Ärzte waren auch nicht da. Das war die absolute Notbesetzung. Ja, und dann komme ich da rein und fragte mich, was denn ist. Die war so Ende 30. Dann sage ich, ja, früher hat man dann doch eine Spritze bekommen. Ne? Ah, da lachte sie, und sagte, Herr Papke, ich gehe jetzt auf die 40 zu. In meiner Fachausbildung haben wir das nicht mehr gelernt. Das wird gar nicht mehr unterrichtet, weil wegen den Nebenwirkungen, die Menschen haben sich früher dann fit spritzen lassen, damit sie am nächsten Tag wieder, Vorsicht, hier ist irgendwo eine Blitze hier vorne. Riesenblitz. Ja. Hier, da sind wir jetzt gerade dran vorbeigefahren. Ja. Weil die Auswärtigen kennen das gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Also Spritz wird hier nicht. Nur noch ganz alte, eingesessene Hausärzte, die haben noch diese Erfahrung, die machen das. Aber ansonsten sind nur noch Physiotherapeuten. Die haben eine Zusatzausbildung dafür. Все, привезла его домой. Еще целый час стояли возле машины, разговаривали. Какой он болтун. Он сам знает, он сам тоже говорит, мне не хватает, мне надо разговаривать. Это просто не передать, какой он болтун. Пол концерта он, конечно же, проспал. Спал, потом одно время кульминационный момент, и такой оркестр громко заиграл. Он спрыгивает, чуть ли не упал со стула, хватается за сердце. И хотя чуть не умер, говорит. Впереди учебная машина едет. Один метр съедет, два стоит. Komm schon, komm, du schaffst das. Ina, тебя что обидели, да?